Привет, меня зовут Чермен Зотти. Я родился в бедной семье. 10 лет назад я приехал в Москву с 3000 рублей в кармане. Я работал грузчиком, помощником сварщика. Прошли годы, я научился одному ключевому навыку – умению выстраивать отношения с людьми. И на сегодняшний день я владелец 29 бизнесов. Мое состояние 500 000 рублей, у меня больше 1 000 000 подписчиков в соцсетях. Теперь я точно знаю секрет успеха. И об этом я написал свою новую книгу «Бизнес-пикап», где я раскрыл все свои секреты, как правильно выстраивать коммуникации с людьми, чтобы у тебя было много клиентов, чтобы у тебя был свой бизнес, сотрудники, которые верят в тебя, инвесторы, которые вкладывают в тебя деньги, партнеры, которые помогают тебе достичь твоей цели. Это не просто книга, это книга-ежедневник, это книга-тренинг, который нужно заполнять. И по просьбе многочисленных своих читателей я решил провести единственную встречу в Москве в самом большом книжном магазине «Библиоглобус». Встреча пройдет 2 февраля, вход свободный, поэтому я приглашаю тебя задать мне свои вопросы, встретиться со мной, сделать фотографию и поговорить о том, как тебе стать Богом в общении. Приходи.